Друзья мои, ну что ж, мы подошли с вами к тому, что я потихонечку начинаю исполнять ваши заявки. Давайте не будем долго прилюдничать. С вами я, Тыщ. Это очередной выпуск нашего Хрусть-Крысть-шоу. И сегодня у меня, я знаю точно, кто-то это просил сделать на камеру, сегодня у меня куча льда. Он разных форм, я специально старался, холодил. Итак, давайте не будем откладывать все в долгий ящик, а начнем сразу же хрустеть, потому что он уже начинает потихонечку таять. Итак, лед в форме некоего цветочка, не знаю как. Я стараюсь не злоупотреблять этим занятием, если кто-то захочет повторить, потому что зубам реально холодно. 1-2, не больше. Давайте еще третий, и все, и со льдом мы на сегодня заканчиваем. У нас впереди еще 2 гостя, а каких, узнаете чуть позже. Освежает очень хорошо. На очереди у нас, друзья, сухарики. Кто-то тоже просил, я точно это помню. Сухарики. Вы спросите меня, а какая связь между льдом и сухариками? И я вам отвечу, не знаю, по-моему, никакой. Они оба хрустят. Заметили, я сегодня без глушилки. Я надеюсь, что лишних звуков не будет. Мне кажется, без нее все равно более насыщенный звук получается. Но есть риск дунуть в микрофон.
пассажирный. Поэтому сразу же третий гость. И третий гость — это то, что как раз можно жрать на ночь. Ну, как можно. Нежелательно, но ради контента съем. Это новинка на нашем рынке. Это Halls, но не просто Halls, а новый Halls. Energy, витамин B6. Честно говоря, я юзу эти конфетки уже где-то неделю, и мне очень нравится. У них очень необычный вкус. Вкус колы. Да, написано плюс кофеин и витамин B6. Типа витамины. Ну что ж, давайте затестим. Если я начну рассасывать, видео затянется часа, ну на час точно, поэтому давайте, с вашего позволения, сразу разломаю своими зубками. Массовая акция. Чисто для вас. Послушайте, как хрустит. Но вкус мне очень нравится. Еще одну. И баиньки. Если получится, после такого холоса, конечно. Со льдом. И заел это все сухарем, закусил. Ну что ж, друзья, это были три хрусткие вещи на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Никогда не думал, что это скажу, но ставьте лайки, подписывайтесь, раз такое дело. Всех люблю, всем спасибо за просмотр.